Меня зовут Наташа, я флейтистка и всегда хотела создать собственный проект, тесно связанный с классической музыкой. Мне очень нравится классическая музыка, и я хочу показать ее красоту каждому зрителю. Мне вот хочется своих концертов показать, что мы также любим не только классику, но и слушаем абсолютно различные направления, но понимаем, что классика – это та музыка, которая просто дышит той красотой, которую, может быть, сложно сначала оценить, но если уже понял ее красоту, то невозможно от нее отказаться. Часто на концертах классической музыки не хватает какой-то, может быть, не изюминки, а вот такого живого общения музыканта со зрителем, когда он становится также и одним из зрителей. Я слушала и джаз, и металл, и все они чем-то хороши, но вот все грани, все краски, они сосредоточены в классической музыке, собраны. Она наиболее, мне кажется, полноценно отражает наш мир. Поэтому мне хочется быть тесно связанным с классической музыкой.